Здравствуйте, вы на канале Мегасила, с вами Владимир. Сегодня у нас обзор на такую добавку, как БЦА-1000 от компании Optimum Nutrition. Здесь у нас 200 капсул, упаковочки 100 порций. Две капсулы – это одна порция, лицина у нас 500 мг, изолицина 250 и валина 250. Это небольшая концентрация. Как пишет производитель, принимать по две капсулы до тренировки и после тренировки. Если сравнивать с другими производителями, например, БЦА Nan 3D от компании Biotech, это тоже американский бренд, только заводы Венгрии. У нас 90 капсул здесь, по упаковке у нас 30 капсул. И сразу, смотрите, порция лицина у нас 900 мг вместо 500, изолицина 450 вместо 250 и валина 450. То есть концентрация здесь получается больше. Формула так называемых незаменимых аминокислот 2-1-1. В принципе, в стандартной форме, но концентрация будет больше. Optimum Nutrition всегда отличалась небольшими концентрациями, но большой степенью усваиваемости незаменимых аминокислот. Если, например, берем БЦА-1000 от компании SkyTech Nutrition, здесь у нас получается лицина на 2 капсулы 850, изолицина 420 и валина 420. И здесь еще добавлены B6, B12, B5 для усваивания, как говорится. Если, например, берем БЦА-X от компании SkyTech Nutrition, тоже капсульный, 330 капсул, у нас получается порция 165 порций, по 2 капсулы тоже порция. Здесь они уже без витаминов В, лицина сразу идет 600, изолицина 300 и валина 300. Немножко больше концентрация, скажем так. Компания Optimum Nutrition – это американский бренд с собственными производствами и дочерняя компания Glambia, то есть они производят сыры, и побочным продуктом у них является сыворотка. Поэтому у компании Optimum Nutrition есть собственное сырье и собственное производство. У компании SkyTech только собственное производство. Чем они отличаются от других компаний? Если у вас появляются вопросы, пишите нам под видео, мы вам ответим. Если вы хотите почитать сами, как принимать, посмотреть все фотографии, в описании будет ссылка. Спасибо, вы были на канале Мегасила. С вами был Владимир. Подписывайтесь на наш канал, ставьте лайки. До свидания.